случится чудо. Где-то я читала. Может быть. Жить, потом не жить. Что это значит? Видеть день, потом не видеть дня. Зачем старуха плачет? Кто ее обидел? Жаль меня? Почему ей жаль меня? Не будет ни земли, ни боли слова жить. Будет свет и снег, и эти люди, будет все как есть. Не может быть. Есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите, я жива. Голос мой звучит, убивайте их, тропите, жгите, я умру, но правда победит. Родина! Слова звучат, как будто это вовсе не в последний раз. Всех не перевешить, много нас, миллионы нас. Еще минута, и удар наотмашь между глаз. Лучше бы уж скорее. Пускаюсь сразу, чтобы больше не коснулся враг. И уже без всякого приказа делает она последний шаг. Смело поднимаешься сама ты. Шаг на ящик, смерть и вперед. Вокруг меня немецкие солдаты. Русская деревня. Мой народ. Вот оно. Морозно. Свежие, глисты, розовые дымы, блеск дорог. Родина! Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног.